There are lots of comments like this, and what I want to say, I don't understand this kind of thinking at all, because I don't understand how I can think about my appearance based on what others say. I don't care what others say, because this is my face, I have to like it, not you, yeah? Because this is my face, my life, and this is the most important, what I like. Because I want to live my life like I want and like I like. You will not live my life for me, okay? Sorry about my English. Добрый день, друзья. Для тех, кто по английской мове не разумеет, я расскажу, о чем говорит киевлянка. Что ей совершенно насрать, что думают недоброжелатели, что это ее собственное лицо, и она с ним делает то, что хочет. Кстати, я не хотел бы делать акцент на том, что это именно киевлянка, это таким же успехом могла бы быть москвичка, парижанка, да кто угодно. И вот действительно вопрос, это ее собственное лицо. Имеет ли она право с ним делать все, что угодно? В принципе, вот в уголовных кодексах многих стран есть наказание за нанесение увечья, но себе самому. В основном это, конечно, речь идет о военнообязанных, когда таким образом люди пытаются от мобилизации уклониться. Ну вот в данном случае, мне кажется, ну она права, что хочет, то и делает, или я ошибаюсь? Пиздец, нахуй, блядь!